Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Яркая актриса Евгения Нохрина. Счастливый брак с известным актером и как она сейчас живет. Евгения Нохрина – известная актриса театра и кино. Девушка играет как отрицательные роли, так и положительные. Несмотря на то, что в кино она пришла менее 10 лет назад, ее фильмография уже насчитывает более 30 ролей в кино. И большинство из этих ролей – главные. Евгения редко соглашается играть роли второго плана. Известная актриса востребована не только в России, но и за ее пределами. Родной город Евгении – Нижний Новгород. Там она посещала школу балета и театральную студию. После получения аттестата об окончании школы она отправилась в Москву. Там же она и стала студенткой в ГИКа с первой попытки. О своей семье актриса не рассказывает. Видимо, там у нее все сложно, и ей не очень приятно об этом говорить. Также про первого супруга Евгении, господине Нохрине, ничего не известно. Но именно с этой фамилией девушка обрела широкую известность и популярность. В студенчестве Евгения не играла в кино, но после защиты диплома ей поступило сразу несколько предложений играть в кино, и большинство из этих ролей были главными. Зрители и режиссеры полюбили актрису не то чтобы за ее игру, которая тогда была на слабом уровне, а за ее очаровательную внешность. Чаще всего ей доверяли роли высокомерных персонажей, так как такие ей больше всего подходили. Мягкие роли Евгения будто бы и не играла, они у нее получались неестественными. Из ее фильмографии можно выделить такие работы, как «Цветок папоротника», «Не отпускай», «Таисия» и многие другие. На данный момент актриса замужем за известным актером Дмитрием Панфиловым. Дмитрий – романтик, поэтому Евгения без его внимания никогда не остается. Мужчина пишет своей любимой супруге стихи, в соцсетях выставляет фото с ней. Сейчас Евгения также продолжает сниматься в кино и пополняет свою фильмографию. Количество ее подписчиков растет с каждым разом все больше и больше. Пожелаем же ей удачи, интересных проектов, главных ролей, успехов в творчестве и счастья в личной жизни. Пишите свое мнение в комментариях, как вы относитесь к этой актрисе и что думаете по ее поводу. Всем огромное спасибо за внимание. Желаем всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч, Божье благословение и всем пока-пока.